тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. 1, 2, 3. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в игру под названием Fly or Die или Лети, или Умри. В данный момент я прокачался уже демонической, как сложно выговорить-то, летучей мыши, и в данный момент мы сразу же летим к яйцу, к демоническому этому яйцу, или как оно там называется. Вот оно, кстати, съедаем его, и мы, разумеется, превращаемся в нашего любимого демонического беса, который уже действительно может пожрать боссов, который действительно уже представляет какую-то опасность для всех жителей данной игры, для всех жителей данного мира. Ну, не для всех, для всех, кто ниже меня, разумеется. А точнее, от этих всяких голубей. Да, от голубя до максимального, это, разумеется, болотного монстра. Разумеется, всех их я постараюсь поесть. Болотный монстр, кстати, довольно-таки сложный, потому что он меня тоже может атаковать, как ни странно. Но он, и я его как бы могу, и он меня, это как, знаете... Мы как дуэлянты какие-то, которые постоянно сражаются друг с другом. Ой, здрасте. Это свой? Да, это свой. Не могу. Я его застанил, но, братан. Братан, там слишком много. Прости, чувак. Там слишком много этих фениксов. Я старался, конечно, не дать им тебя убить. Но по факту, возможно, даже и мешал немножко тебе. Но я просто хотел утопить. Но этот чувак съел. Ну ты посмотри. Нет, я тебе не дам выйти отсюда. Все, это твоя тюрьма. Это твоя тюрьма, братан. Не-не-не, иди отсюда. Ты захотел съесть? Все, умирай теперь там, братан. Умирай без воды теперь там. Там нет никаких облачков, там нету никаких этих. Толкаем, толкаем его туда. Иди, иди отсюда. Фу. Ну, он сейчас рано или поздно все равно вытолкнется. Это, так понимаю, да? Здесь никак этого не избежать. Ай! Засранец! Ну это прикольно! Было бы прикольно, если бы он умер от обезвоживания, да? То есть долгое-долгое время просто там сидит-сидит. И все, и у него воды бы не стало. Кончилась бы вода. Ну я пытаюсь еще поиздеваться над ним, но видишь, он не умрет здесь никак. Уже никак. Эх, гад. Вон, шаурма, привет! Кто? Линк, привет! Кто еще у нас топит? У нас сегодня 30 до сих пор. И до сих пор Артём, вы молодцы все, вы красавцы, вы лучшие из лучших, как говорится. Продолжайте в том же духе. Но я не успею убить босса. Надо было сразу на этого босса идти. Я не могу пролезть, он не хочет у меня мой монстрик идти. Так, ну он уже поджёг. Я не знаю, засчитается ли то, что я его убью. Нет, конечно, мол. То есть 99% шансов, что он его убьет, а не я. Это печально. Ну давайте, что, я не знаю, что делать. То есть самые лучшие боссы, они были сейчас уничтожены. Через 5 минут они снова появятся. Но 5 минут, есть ли у меня время ждать 5 минут? Так, это Кройс, это свой. Это свой, здорово тебе, Кройс. А вот это вот уже не свой, это какой-то GP9. Ловлю тебя, ловлю. Не получилось, ой. А кого это убивает? Кройса. Кройса убивает дракон. Прощай, Кройс. Мы будем помнить твое имя. Действительно. Прям... Бойня там, бойня какая-то происходит, нереально. Ребят, не забываем про Discord. Не забываем про группу ВКонтакте. Не забываем про все то, что находится в описании. Ссылочки все там. Нажимаем, разумеется, и становимся лучшими. Лучшими из лучших для того, чтобы... ну, я имею в виду в том плане, что... В Discord я постоянно с вами общаюсь. В ВКонтакте всегда новая информация, связанная с видосами. То есть видос выходит, ВКонтакте сразу же появляется запись об этом. ВКонтакте, думаю, вы чаще сидите, чем на Ютубе. Поэтому, да, тоже это используйте. Тимур, здорово. Да, обязательно это используем, ребят. Помимо этого, что еще можно сказать? ВКонтакте. В Дискорде. Я вас всех жду. Присоединяйтесь. 15 уровень у него. Нифига себе. Как? О, нифига, паучиха есть. А я думал, паучиху уже съели. Интересно, а Феникс может паучиху эту съесть? Или только я могу? Вроде бы не может. Ей, 12 тысяч опыта. Все. У меня хочет здесь зажать. Ты же понимаешь, что за Феникс ты меня здесь не сможешь зажать, потому что я в любом случае выберусь, братан. Он не шарит. Но преследует, смотри-ка, преследует. Настойчивость. Ты
это его профессия прям. Так, полетели влево. Кого мы будем убивать сейчас? Сейчас нужно опять-таки ждать мумию, я так понимаю, потому что больше кроме мумии здесь... Ой, Куроку, здорово. Кроме мумии мы здесь никого не встретим. Такого, кто нам может дать очень большое количество опыта. И разумеется, следующая эволюция уже дракон. Там уже действительно нужно будет думать, что да как делать. Дракон Феникс, там уже нужно будет охотиться, там уже нужно будет стараться побеждать. Ну, я надеюсь, то, что мы прокачаем сегодня хотя бы до дракона в этом видео. Ставьте лайки, чем больше лайков, тем лучше. Чем больше лайков вы поставите, тем больше шансов, то, что видео выйдет раньше, либо видео будет больше по данной игре. Это все зависит определенно только от вас, ребята. Не думайте, что от вас не зависит такая вот вещь. Так что обязательно, обязательно от всех жду вас. Лайкусики. Прямо сейчас. Если не поставил, то поставь. Подписываемся на канал, кстати. Заметил то, что очень много девушек смотрит. Девушек молодых, разумеется. До 18 лет. Очень приятно. Спасибо, что смотрите. Но, видимо, не знаю почему, девушкам нравится... Девочкам, давайте лучше так сказать. Нравятся именно такие игры. Именно такие игры. Поэтому вот... там сколько? 40% практически это девочки. Я удивлен. Спасибо, что смотрите. Но в любом случае, девочка, мальчик, без разницы. Подписывайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, все это делаем. Видишь, 5 минут прошло, оказывается. Уже появился вот этот вот здоровяк. Я его поджечь почему-то не могу, потому что не поджигается. Да сколько тебя можно кусать-то, а? Тебя вон как это... Бин должен гореть-то хорошо, а ты не горишь. Вон, жара у нас живет там. Ну, он меня сейчас съест, чекайте. Он меня съест. Да. Говнюк, говнюк, просто говнюк. Но я не знаю, как можно качаться. Сколько лет нужно качаться, чтобы прокачаться до 17 уровня? Просто сколько лет? Ну ладно, пауза. Прокачиваемся до дракона. Что могу сказать? Так, ребят, я докачался уже до дракона. Это было довольно-таки долго, но в любом случае мы докачались. Я не знаю, убьет ли меня кто-нибудь сейчас, в данный момент. Но в любом случае, даже если здесь появляется паук, он мне вроде бы ничего не наносит. То есть паук для меня теперь друг. Друг-паук. Но по факту, то есть я не могу убить этого паука, к сожалению. Но Феникс может с этим справиться, разумеется. Если я до Феникса прокачаюсь, может здесь также прокачиваться. Ребята, это лучшее, наверное, место, которое сейчас есть. Вон, Шаурма уже докачался до призрака. Молодец, молодца. А я пока буду прокачиваться здесь. У тебя очень много кусков мяса. Я раньше этого места не замечал. Да, здесь темно, да, здесь ничего не видно. Но здесь никого практически нет никогда. И, наверное, сейчас после этого видео все будут качаться на высоких уровнях именно здесь. Потому что очень много кусков мяса, здесь 4 куска мяса в итоге. Тем более, если вы будете за Феникса, либо за демонического беса, вы сможете как раз-таки... Ой, а не, я не могу ее убивать. Вот оно как, оказывается. То есть меня, оказывается, убивает паучиха. Ну да, хорошее место, но при условии, что паучиха мертва. То есть у вас есть 5 минут на прокачку. Ах ты гад какой-то. Взял, забрал. Вот это интересно, конечно. Нужен мне какой-то человечек, который возьмет и завалит вот этого чувака. Ну что он делает? Зачем он подо мной летит? Ой, нифига есть. Космическая муха. Да господи. Хватит, хватит на меня прыгать. Ты хочешь, чтобы я тебя съел? Скажи правду. Так, ну ладно, пока что мы прокачиваемся. Прокачиваться еще долго, на самом деле, потому что, да, вроде бы прокачивались, да, вроде бы ели вот эти куски мяса, да, вроде бы в большом количестве, но все равно мало. Все равно мало. Есть также в пирамиде, если вы не помните, у нас кошки. Кошек тоже можно здесь поедать. Они как раз-таки нормально дают опыта. О, good game, привет, good game. Так, спрыгиваем сюда. Здесь у нас целых 3 кошки, если я не ошибаюсь. Одна сверху и 2 в пирамиде. Здесь еще одна где-то должна быть. И змея, кстати, да. Я не могу есть никого из боссов за дракона, но... Опять-таки повторяю то, что как только мы прокачаемся за Феникса, точнее до Феникса, то мы уже сможем есть всех остальных, всех боссов, и, разумеется, повышать свой уровень будет гораздо проще. Что-то нет никаких этих. Здесь меня убил в прошлый раз жнец. Грим Рипер. Или как он называется. Я не помню, как он называется по-русски. Короче, смерть. Смерть с косой. В прошлый раз меня убила. Убила. И, в общем, да. Сейчас я надеюсь, что ее здесь нету, потому что если она здесь появится, она, к сожалению, меня, скорее всего, сожрет тоже, опять-таки, я отдам ей, можно сказать, сколько уровня. Дофига уровня. Она, опять-таки, получит офигенно много очков и, разумеется, будет вообще в шоколаде.
Я, пока что надеюсь, что такого не произойдет. Буду качаться, конечно, на кошечках, потому что на паучихе той прокачиваться не получается. Возможно, пойду на паучиху сейчас за Феникса. Хотя и стоит, наверное. Мумию съесть. Тоже имеет смысл. Зевс. Дай пройти, Зевс, дай пройти. Дай пройти, Зевс, дай пройти, дай пройти. Так, ну вот, у нас еще одна кошечка. Как мне не нравится то, что здесь уже космос начинается, потому что мы сразу же теряем управление в этом месте. Ну, Зевс, ну дай пройти, а. Так. Зевс, видимо, пришел за мумией. Это плохо для меня, потому что я за Феникс хотел убить эту мумию. Эх. А может быть, он уйдет отсюда? Нет, он хочет попасть в видео, нет. Он останется здесь до конца. До победного. Так, он мне мешает. Мне не стрельнут сейчас кота, к сожалению. Он Good Game TV пришел опять. У меня практически уже, ребят, прокачана новая эволюция. Ну, кстати, довольно-таки быстро, я не знаю. Знали ли вы эту прокачку? Ну, вроде бы я говорил в одном из видео про эту прокачку. Здесь еще вон даже две змеи у нас оказывается. Одна справа, одна слева. 1000 опыта мы получаем с котейки. Это немного, но хоть что-то. И разумеется, я не успеваю, да? Да, я не успеваю. Еще промазал этим. Кусь, 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 давай. О, хорошо, я прокачался. Может, успею своровать у Зевса мумию? Мое, мое, Зевс. А, мое, ура! Прости, Зевс, прости, я должен был своровать. Я для этого сюда и приходил, в принципе. Мне нужно попить пойти, потому что без воды сейчас очень тяжело будет. Но, в принципе, также можно в этой пирамиде прокачиваться за Феникса. По факту вы тоже получаете, в принципе, неплохой такой прирост опыта от котеек, опять-таки, играя за Феникса. Линка, привет! Так, пьем, 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 пьем. Можно, в принципе, сейчас вернуться к паучихе. Тоже имеет смысл, там очень много кусков мяса. Но куски мяса, к сожалению, уже Феникс есть не может. Подписчик, привет, подписчик. Оп, кого-то поджег. Поджег все-таки кошку. Кстати, как-то странно она поджиглась. Кусь, кусь, кусь. Хорошо. Это свой? Да, это свой. Полетели дальше. Во, смотри, какой здоровый. Космическая летучая мышь. Оп, поджигаем. Это Лоффи какой-то. Это моя кошка. Не дам. Так, напьемся опять воды. Все-таки пойду прочекаю, ребят. Пойду проверю этого паука. Если он здесь, то, разумеется, я его съем. Потому что, а чё бы нет? Опыт-то много дают. Призрака, ладно, не буду убивать. Но у него, видишь, нету почему-то приписки Лекс. У всех есть, а у него нет. Динозавр, кстати, тоже мне дает опыта. Я не знаю, давай проверим, сколько он опыта мне сейчас даст. 1200. Ну, побольше, чем кошка. Это уже хорошо. Ну, то есть, по сути, можно также на динозавров прокачиваться. Почему? Потому что динозавров есть, в принципе, никто не будет, кроме вас. Здесь обычно фениксы, наверное, приходят сюда, чтобы съесть динозаврика. Ну, паучихи, скорее всего, нету, ее, скорее всего, уже съели. Потому что это очень часто паучихи ходят, то, чтобы ее съесть. Потому что это довольно-таки легкий набор опыта. Ну, если вы играете за демонического беса, либо за кого-то другого, кто может есть боссов. Никого нет, никого нет. Я, конечно, сейчас подожду еще пару секундочек и полечу. Полечу отсюда за, разумеется, динозаврами. Ну да, здесь никого не будет. Не знаю, может появится через пару секунд, может быть через 30 секунд, может быть через час. Но там вроде бы они спаунят через 5 минут все. Ярик, здорово! Так, кушаем, кушаем. Хорошо. Прокачиваемся потихоньку. Ну блин, 1200, вроде бы неплохо, но блин. Смотришь на эту шкалу, а вроде бы ничего практически. Почему так мало? Он, блин, как быстро прокачивается. Удает. Его дает. Так, динозавр мой. Динозавра я съем, оставьте его на меня. Я справлюсь сам. Так, 1200 опять. Ну, динозавра, тем более, очень легко съесть, он здоровый. Никаких проблем вам не составит его поймать. И быстро закусать. Ну, тем более, вы можете поджечь этого динозавра с помощью своей способности, играя за Феникса. А после Феникса у нас, ребят, будет космическое насекомое. Я сейчас опять проверю паучиху. На всякий случай. Паучиха, выходи уже. Пора. Пора, паучишка. Вроде бы пора, а паучихи так и нету. Ну, видишь, у нас в этом списке есть паучиха. 12 000 опыта она дает так же, как и
Ну и мумия, так же как и другие боссы. Фига себе, пролагивают как. Пролаги максимальные. Жалко, что мы не видим в темноте. Было бы еще очень удобно, если бы мы видели в темноте, потому что это очень действительно помогает. Выходили, тучка. Будем драться. Ну ладно, полетели отсюда. Опять динозаврик. Надо поджигать его тоже. Как только появляется способность, потому что только что ее потратил. И мы на 10 месте, ура! Нифига себе. Только сейчас заметил, только сейчас понял, то, что мы все-таки достигли 10 места. Где я не зайду на какой сервер? Всегда какие-то чуваки в топе. Не из моего клана. В топе 1 или топ 2. Не знаю. Но это какие-то супер задроты. Я не знаю, зачем так часто играть и постоянно сидеть в игре 24/7. Мне это вообще непонятно. Для меня это нонсенс. No sense. Именно так. Хотя, по факту, некоторые пытаются побивать какие-то рекорды и так далее. Но, блин, в частности, вот эти вот люди, которые вот за ЖС, они чаще всего играют не потому, что они хотят побить рекорды, а потому что они хотят мешать. Хотят мешать всем, кто играет на сервере. Ну, часто так и делают, кстати. Так, ну ладно, погнали. Кусь. Едим. Блин, как же мало опыта, просто как же мало, как же неприлично просто мало. Супер мизер. Ладно, спускаемся вниз, может быть, все-таки мумия появилась, но мумия не появилась. Оп, поджигаем и кусаем. Кусаем змейку. Змеюку тоже съедаем. Блин, как же быстро! Некоторые прокачиваются, а я, наоборот, в другую сторону иду, да? Посмотри, как медленно. Столько времени было потрачено. Эй, зачем мне показывать это? Этот текст. Так, кусь. Мы можем есть также, видишь, этих крокодилов. Они дают по 1000 экспириенса, по 1000 опыта. Но, наверное, больше интереснее будет есть именно динозавров. Здесь, конечно, вот если есть живых игроков, игроки дают вообще колоссальное количество опыта. Особенно прокачанные, там, птеродактили и прочие. Всякие летучие мыши и все остальные. Так, кого-то поджег. Это был не свой, поэтому я сразу же решил действовать. До сих пор нет и мумии. Ждем мумию. Я так понимаю, если мумия появится, она появится рано или поздно, если и мы ее съедим, именно нам дастся опыт. Мы, кстати, съели этого аиста. То, разумеется, нам сразу же дадут следующий уровень, следующую эволюцию, потому что мне вроде бы хватает как раз-таки по опыту 12 тысяч, это мне будет достаточно. Так, залетаем. Поздравляем, кстати, меня с 10 местом в комментариях, мне будет приятно. Ну давай уже, давай, кушайся, масенькая. Блин, как мне не нравится вот это место, блин. Постоянно тебя в космос куда-то отправляют, и ты, блин, полчаса ждешь, пока ты спустишься. Кстати, вода заканчивается, нужно это немножко дело поправлять. Ну, сейчас мы немножко тогда посмотрим, сейчас есть ли мумия. Мумия! Наконец-то ты показалась. Наконец-то ты здесь. Кусаем. Иди сюда. Давай-ка, залетай ко мне. Опыт! Ей! Теперь я, ребят... Наконец-таки космическое насекомое. Космическая мушка. Но это еще не конец, ребят, потому что действительно сейчас будут сложные элементы, сложные моменты, потому что сейчас нужно будет прокачиваться за космических существ. Космические существа у нас должны пройти, а потом уже после них будет только привидение. Потому что привидение — это единственное существо, которое трогать здесь в этой игре нельзя. Нельзя никому. Такие дела. Такие вот делишки. Так, ладно, полетели вверх. А я, наверное, на этом видео пока уже закончу. Надеюсь, вам нравится. Если да, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте, ссылки в описании и в шапке канала. Не забываем, ребята, делать все, что, о чем я вас прошу. Не забываем про Дискорд. Дискорд, я постоянно появляюсь, постоянно играю вместе с вами. Помимо этого, вы можете также в Дискорде повышать свой уровень, набирать новые роли и, разумеется, становиться лучшими среди тех, кто там играет. И, разумеется... Все это поощряется с моей стороны, если вы часто находитесь на серверах, если вы стримите, вот если там есть некоторые люди, которые стримят свою игру, да, такие тоже бывают. То есть вы вместе с ними можете кооперироваться и, разумеется, тоже какие-то рекорды, творить историю, так скажем, бить рекорды других игроков. Так что давайте, ребят, все в ваших силах, все в ваших руках, всех жду в Дискордиче, всех жду по всем остальным ссылкам, которые закреплены в описании. Не забываем про код Лекс, не забываем про Клантек. Тоже пишем постоянно, чтобы я вас не кушал. Всем спасибо за просмотр. Это была игра Flyer Die. И всем добра.